вам повезло. Но задача следующая. Вы залазите в воду. Вы будете пострадавшими. Ребята будут спасатели. Залазите в воду. Садитесь на жопу, чтобы у вас башка только торчала из-под воды. Там же глубже, там же по грудь. Ну, короче, чтобы башка торчала. Ну, на колени, значит, встанете. Вот ребята кидают вам веревку, вы ее ловите. Задача под водой завязать на себе булин. Иду за едой. Надо по максимуму все принести из еды. А для чего я ходил? Я ходил за тем, чтобы набрать пищу, кастрюлю, топор и еду. Столовый прибор нам использовать нельзя. Поэтому будем использовать разные деревяшки, палочки из еды. Гречка, гренки, всякие консервы, батончики, еще что-то. Ну, в общем, попытался я взять по максимуму, чтобы на всех схватило. Еще это мы помоем и будем тут тогда варить. Все. Все, что было. Кроме здесь, прям. Схлопотали, а одну, короче, у меня должна была остаться. Плюс еще много энергетических батончиков и хлеб черный. Вот этого это... всего не было. Они просто тупо все схавали. Моя команда хорошо себя показывает, несмотря на все испытания, которые предоставляет нам Роман. Мы все равно по-прежнему дружно улыбаемся и смеемся, несмотря ни на что. Ну, я чувствую. Еще, короче, сладенько, ништячки вам, пацаны, как специально, как для детей, знаешь, для вес. Приколел, короче, он просто пришел, а Роман вообще... Да, Рома не знает об этом, он пришел на шару. Дим, ты как знал, да, вот прям... Все, вот не поверишь, но это все, бля. Но зато я считаю, вам тоже повезло, что две таких. Остальное все вот тут, если что. Да? А тут не ваших, к сожалению. У меня тоже весь хавчик с собой. Я в рюкзак ничего не пихал, у меня там только две банки. А, ну а да, тушенка у меня есть, но хочешь? Хавчик, да, я заберу одну. Тогда принеси мою сумку черную. А, слушай, а можешь обратно отнести его, раз уже идешь? Делаем успехи. Готовим еду. Успехи нормально остались. Опять без носков по какой-то счастливой случайности. Хорошо, трусы остались. Трусы остались. Слушай, чтобы трусы пропали. Штаны остались, да, все на месте. Не, пока небольшие потери, слава богу. Потерь в команде нет, все здоровы. Да. Все нормально. Никто не сорвался. Все сделали, что хотели, я черничку успел походить, пособирать с продолжением. Так и не принес нам. Все супер, все нравится. Сейчас пожрем, так вообще жизнь наладится. Покушай, попей тур на камеру. Вода? А что у него? Чем самую вкусную тушенку отдам, ребят. Здесь у нас сосисочки завернутые из кабана. Так. Здесь вода. Давай, сырок. А дальше потом, окей, тоже назад. Что, сырок? А вот здесь в могиле. Да. Так, о, супец можно, кстати, сварить. О, супец, кофе туда добавить. Все в одном там есть. Основной карман. Братан, вон кастрюля. Давай все, что у тебя есть, потому что... Это те самая вкусная тушенка в мире. О, да, у меня донышко. Пацаны, ну мы тоже с халвой. Как бы хлеб. Это вообще богатство. Это десертик. И он сухой. Ну все, я бомж. А сварить можно в этой консерве? Да. Там еще бульон добавили. Да, все 100%. Помыть надо. Какой ты что там? Тут проверять нечего, у меня вся еда была сверху, а там посуда. Посуду вам нельзя, я знаю. Пока все. Почистить. Короче, парни, делайте себе посуду, я займусь. Пустая бутылка, 5-литровая. Стоп. Отлично. Все, больше не помощь не нужна. Можешь заниматься. Да, я тогда колёб. Блин, я хочу голос это поплавом тоже. Ну так топор сзади тебя. Ну, скажем... За всеми не следишь, сложно, но так, что делать с водой? Выбрасывать? Ну, немножко неудачно, но что, все-таки не в ноль. На угли, сейчас мы угли достанем. 2,5. Окей. Не так хоть обидно. Я уже достал несколько штук. Ну ничего, я их перетащу. Будем стараться в следующий раз.
Да все нормально, вроде как-то удивительно даже, что вроде и не ели ничего, и не спали толком нормально, и проиграли в узлы мы, но вроде все хорошо. Сейчас мы покушаем, и вообще будет классно. Обстановка нормальная. Есть, конечно, пару сложных моментов, но в принципе нормально. Нормально, круто. Все нравится. Пока что. Так, угли. Что, давай тогда режем. Займитесь, короче, фильтром. Будете, да, спрашивать. Марлю, дай мне марлю, и мы сделаем. Режьте. Да, я тогда эту воду выливаю, да? Декан, я не начинаю секунду. Надо тоже животные в команде водить, блядь. Кто-то без еды будет оставаться. А камни тяжелые, они в самый низ. Нет. Камни идут. Камни первым идут. Мы воду сверху наливаем, она снизу выливается, так? Мы подвешиваем вот в таком состоянии. Горлышко внизу. Да. Так, финальная очистка. Самая тонкая, это мох. Потом идет более грубо, и наконец идет галька. Ну да, мне показалось, что он по-другому рассказал. Ладно, что вы. Ну я просто знаю, как делать, да? Ну я тоже что-то да. Сейчас я их высыплю. Блин, а я этого послал за камнями. Второго. Ну камни это так, а вообще от крупной грязи, которая... там типа тина попадет. Пускай больше камней будет лучше. Хотя я думаю, этого достаточно, что Фикс. Что делать? Ну, если время останется, я думаю, нас его уже не осталось. Я как бы уже на минуте 15 максимум. Ну, гречку мы сварили. Сварили, мы остался фильтр сделать. Костер до сегодняшнего вот времени тлел. Мы пришли и раздули. Да, даже дождь не помешал. Хотя мы вчера тут чуть-чуть. Это вот та же фигня, что в Эстонии о чем говорил. Но тут она... юрист, блядь, у него же здесь полыхало. Ой, программист. А, кто? Ну да, здесь точно. Слесарь. Ты нас туда выгнал в ливень, блядь. Когда открылись, блядь, сиди, то вообще так по кайфу. У нас там все протекло, блядь. Ты прям как знал, когда дождь пойдет. Да, да. Нас загнало, их, блин, отправил. Такое кричание. Они строились во время дождя? Вот, ну, у них, кстати, неплохо получилось. У них там какие... Ну... Что из срезов было? Что? Односкатный шалаш? Да. О, нету, лежанки нету. Нету? Они не спали. Не спали, да? Они сказали, что спали. Ты запретил спать? А что из них, из эту... Инструментов было топор, ножи. Да у бешеного все было с собой. Конечно, блядь, ты рюкзак взял. Вы подсказали. Бешеный, а то и бешеный, что он, блядь, бешеный. Мы рассказали после первого события в мае. Что там, пить только? Нет, там еще есть. Я просто думал, что что пить-то, мы же суп хотели еще. Давай колбаски так. Можно сразу суп туда, короче. Ну, кстати, да, чтобы с кусками мяса. С куском воды добавить, блядь. Блин, ну не кусок испортил, второй начал портить, блядь. Блин, давай тащу. Вот так, блядь, взял пальцем. Все, без тушенки. Вот так вот бери. Давай, блядь, вот так вот взял, блядь. И все, вот. Что ты обмучаешься? Бери вдоль вот так вот. Ну а что, руку будешь нюхать? Нет. Смотри, дай, блядь. Что ты, может, никогда что-то не брал, блядь? Ну как услышь завязывать. Вот, на, и кушай. Воу-воу-воу, а ты не можешь взять руку, которая у тебя свободна? Надо так будет держать. Только не знаю. Возьми рукой, которая. По самому рукоятку. Все, тебя отпал. Угу. Давай, ну давай. Мусор. Там дружка. Так, где? Да, береста быстро горит. Может, Стас, наоборот, мне вместо брутала стать привязался. Че вы сказали? Да, Рома говорит, вместо брустала чем стать, он срать хоть хочет.
Дуй, дуй тоже. Блин. Ребята. Сильнее дуй, наклонись и дуй. Как в ресторане. Егор. Прямо сюда дуй. Там бутылка была. Да, сейчас дынет, она спать сразу. Вообще, да, это хорошее замечание, что прошлое обычно сейчас уже не смотрю, что было. Обычно смотрю, что идет впереди. Я думаю, у нас сегодня будут какие-то еще дополнительные испытания. Но надеюсь, нам потом дадут время, чтобы немножко залатать нашу хижину. Чтобы зимой было, блин, ночью, чтобы было потеплее и меньше ветра дуло. И дров нужно заготовить. Я надеюсь, у нас будет часа три хотя бы до заката, чтобы это все сделать. Группу? Ну, по-любому легче не будет, чем было. Я думаю, будет еще сложнее. И это правильно? Новые испытания, более сложные. Ну, всякий экстрим, сложные, ну, в меру сложные задания и, в принципе, все. Я уже ничего не могу ожидать от того, что произошло. Все может произойти неожиданно, и у меня подозрений нету. Но думаю, что будет какое-то серьезное испытание, ну, связанное с единичным выживанием, а не группой. А мне кажется, мы завтра будем пересекать реку так, чтобы не намочиться всей группой. Туда и назад, у меня такое впечатление. Где-то я что-то то ли подслышал, то ли интуиция мне подсказывает. Влада было. Пока проголодается, появится. А у тебя перчатки? Ты можешь только нормально, наверное, взять за ручку и вывалить. Ложкой накладывать будет долго. А что ты будешь делать? У меня тарелки как бы. Боже, мы на 4 части. А, точно, наш пятер. Давай ложкой понемногу по вам, а потом давай понемногу каждому. Подходите, народ, по одному, не толкайтесь. Ребят, накладывайте себе. Вкусно. Хорошо. Кстати, да. Гречку, суши. Хотя риса не едят. Все, у вас было время. Все, убирай свои ложки, вилки, тарелки. Все, клади. Клади. Окей. Ты любишь теперь давать. Сейчас почти будешь. Так. Че, пацаны, пойдемте за мной. Да. Ну как в фильме, Шурик. Семки есть! Все почем? А если найдешь? Задача под водой завязать на себе булин. Да, это же. Задача ясна, погнали. Стоп, у меня есть вопрос. Они будут спасательными, правильно? Веревку будем бросать. Тебе не будет, а набирать. А, кидай. Тогда хорошо. Я думал, вы сами воду полезете. Входите, я смотрю, если у вас завязан не булинь или завязан неправильно. Делайте 20 отжиманий и снова воду. Кидаем, она хорошо летит. Это не моя. Давайте сюда, быстро, сюда складываем. Сейчас мы вылезем. Один хуй не видит. Ничего не делает, блядь. Только жрет, слава богу, еще пока не какает. Пойдем. Блядь, хочет тоже. Ты добился. Спасите, помогите. Макс, давай, на печь сажаем. Вчера-то потеплее было. Сможешь? Ну, народ. Мы тебя слушаем. Как бы сводит? Ты нашу еду ел? Нет. Да ладно тебе, у тебя вот пряник висит. Вообще не кусочек. Ну, Диманыч, блин. Ай, попал. Уплыл, так иди ближе. Че ты еще на тот центр, блин, уплыл? Лучше бы костром озадачились.
Тот костер для тех, этот для вас. На свой костер? А я им свой огниво дал. Они, если не получилось обратно, да? Ну, если не получился бульон. Не связался, бульон. Да. Но ты их предупредил об этом? А. Готово! Ой, не натянул. Дом, блядь, кирпич. Дом просто, что посмотрим. Спасибо, пацаны. Не-не, не развязывай, нет. Алло. А, ты чё? Контрольно. Макс есть. Проверяет. Дай потрогай. Есть. Есть. Ну чё, Лёк, скажи? Есть, есть, блядь. Есть. Давай. Лёк, у нас идёт да? Да, турист. Да, турист. Пошёл, его уйдёшь, я тогда иду. Thank you.
ситуация следующая. Вот те, кто у нас был спасателями, становятся пострадавшими. Кто был пострадавшими, становятся спасателями. Они будут нырять в одежде. Они будут нырять связанными. Вот этим трем, вот есть бухта, кидаете одному один конец, второму второй конец, а слепому вот эту вот синюю веревку. Загар до сих пор с байдаркой остался, да? Да. Вообще нет, ни капли. После вчерашнего, когда сняли обувь, вообще ни капли было. Мне было уже страшно, я тебе говорю, пофиг, как будто, знаешь, пройтись. Как с парашютом прыгать? Ну, да, какой ты, чё? Да, хороший, все нормально. Главное, что покушали блядь, хорошо, блядь, это главное. Помочь, остальное все ну, вот так просто временно. Просто обжигает. Тебе не трудно будет? Жарим булочки, пирожки. Это пепел между булками. Да, сейчас туда вылезать. Эти, ребят, а что веревка валяется? Я же сказал, берите веревки все. Дима,
Смотрите, мы с вами научились вязаться к опоре, научились самостраховаться. Сейчас покажу, как из 5 метров веревки сделать себе нижнюю обвязку, чтобы спуститься либо с очень крутого какого-то холма, склона, скалы, либо просто выйти из, там, не знаю, с этажа, грубо говоря, да, по зданию. Веревку пополам складывайте. Так. Моя 10-метровая. Ну, возьму это. Получается, в одной руке у нас, грубо говоря, петля, в другой вот таких вот два хвоста, два конца. И эти два конца в петлю пропускаем и на пояс, да, затягиваем. А я страховку, да, делаю? Да, нижнюю обвязку. Ага. Далее, смотрите, вот эти два конца, да, снизу я продеваю. Единственное, когда я их буду продевать, вот, я вот здесь, вот это вот место буду держать. Это здесь у нас будет наша будущая грузовая точка, куда будет щелкиваться карабин. То есть вот я палец сюда всунул и веревку достал. Так. Макс, получается? Спись. Да. И смотрите, я вот эти два конца в нашу будущую грузовую точку засовываю и затягиваю. Так. Туда, где палец? Нет? Да. Да, можно прям затягивать ее. Карабин все равно туда залезет. Не проблема. Все, максимально утягиваем, чтобы туго было. Нету этого места для карабина. А. Вот оно, ты сюда его все равно потом засунешь. Просто если оставить вот, вот столько места под нагрузкой, у тебя все дело растянется и вытянется аж до сюда, да. Ты его все равно запихнешь. То есть ты туда, куда верак поставил, туда же карабин. Да. Так. Затягивать именно вот так вот. Бля, ну, мне тоже интересно. Бля, давайте шажок. Да, шажок. Да, 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 шажок. Да, 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 да